В городе Куньмин на юго-западе Китая обнаружены три поддельных магазина Apple, о существовании которых американская компания не подозревала. Магазины нашла американка, проживающая в Китае, и сообщила об этом открытии в своем интернет-блоге. По ее словам, интерьер магазинов очень похож на фирменный, а сотрудники одеты в синие футболки с логотипом Apple. Думаю, что нас нельзя назвать поддельным магазином, потому что мы продаем настоящие товары производства Apple. Теперь нужно выяснить, входит ли магазин в список официальных дистрибьюторов Apple. Я лично не знаю, но должен знать наш начальник, говорит менеджер. Компания Apple пока никак не прокомментировала эту информацию. Всего в Китае действуют 4 официальных магазина Apple, 2 в Пекине и 2 в Шанхае. Существование поддельных магазинов может нанести серьезный урон репутации компании, тем более что клиенты не видят разницы, но в случае проблем обвинят компанию. При ближайшем рассмотрении магазинов в Куньмине американка нашла множество несоответствий с фирменным дизайном. В городе проживают более 3 миллионов человек.